Всем привет, это Дарк Хан. Так, я получил персонажа такое Кейбл, наконец-то. Сейчас я его улучшил уже до 3-го ранга. Но вообще, так, повысить уровень. Так, потратил вот этих. Так, чтобы повысить ранг, ему надо 800 штук первого феникса, у меня чуть-чуть больше половины, и 6 лямов золотых монет. Ладно, это не так уже и много, но и не так мало. Так, какие у него есть костюмы? Так, список костюмов. Так, пока что недоступен летние деньги, наверное, летом будет доступный. Так, Кейбл и Дэдпул. Ага. Так, отряд X. И обычный. Короче, все за донат. Ну, или за кристаллы, кто як... Кое-як получите. Так, а ну-ка. Ладно, расскажу моих... Тех, кто мне нравится персонажи во вселенной Марвел. Мне нравится Фантом X. Но у него только тут один костюм. Я вообще рад, что его хоть куда-то добавили. Потому что его ни разу ни в мультфильмах, ни в фильмах не было. Пока что. А может и не скоро будет, а может... Все как... Может в киновселенной Марвел появится. Хотя в киновселенной Марвел наверняка сделать профессор Икс черным, как... В пародийном фильме, не помню каком. Так, Черная Пантера мне нравится. Темный Ястреб. Ну, Ронина именно. Костюм именно вот этот. Кроссбоунс именно костюм из киновселенной больше мне нравится, чем реальный. Из комиксов. Железный молот. Кстати, Железный молот, чем был, наверное, в 9-й серии, только там уже Тони Старк. Была версия Тони Старка. Это Старк Одинсон. Ладно. Биографию пока читать не буду. Конечно же, Росомаха. Жаль, что в киновселенной Людей X, точнее, вселенной X, костюм показывали один раз, и то он его не надел. Это мне не нравится. Дэдпул. Вот это костюм карателя. Так. Певчая птичка. Точнее, певчая птица. Так. Ну, Черная вдова. Так. Кто же еще? Человек-лед. Неплохо таки у него форма льда. Лунный рыцарь. Призрак. Сорвиголова. Кто же еще? Белая тигрица. Ну и тоже мало показывает. В мультфильмах и фильмах вообще и нема. Так. Ладно, на сегодня все.